Тема сегодняшнего дня – «Не кусай меня, душа кровоточит». Не кусай меня, душа кровоточит. Нас каждый день кусают. На работе, в дома, на улице. Это не физический укус. Это укус намного сильнее. Он причиняет боль в душе. Это вызывает комплексы. И эта душа начинает кровоточить. Кровоточит и кровоточит без остановки. Когда душа кровоточит, тогда ты чувствуешь себя последним уродом, ничтожеством. Ты унижаешь себя и думаешь, что ты ничто. Это ложь. Просто тебя слишком много раз кусали, слишком много раз, и раны слишком глубокие. Когда собака покусала твое тело, тело можно зашить, вылечить. Залить йодом или зеленкой. Душу зеленкой не зальешь. Ей нужно исцеление. А исцелиться можно только, когда отгонишь оборотней, людей-собак. И скажешь себе, я не позволю себя обижать и кусать. Потом начнешь реабилитацию. А как же можно реабилитироваться? А вот как. Помоги таким, как ты сам. Запрети извергам кусать себя и твоих друзей. И вкладывай в себя и в твоих друзей все хорошее, позитивное. И хорошее исцелит твое сердце и душу, и ты будешь здоров. А кусачих животных, людей, отправь куда подальше. Теперь ты имеешь над ними власть, а не они над тобой. Распрям крыло и лети навстречу своей судьбе. Ты теперь здоров, с чем тебя и поздравляю.